Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Влад Капуста, и сегодня я вам расскажу, как стать настоящим миллионером в FIFA Mobile. Итак, для начала, нам нужно с вами накопить капитал 75 тысяч монет, а после этого мы уже будем две задачи и расскажу, как реально зарабатывать по 150-300 тысяч монет в день. Итак, мы заходим с вами в событие Live, если у вас нету монет. Что нам нужно делать? Нам нужно с вами проходить через испытания, которые нам подготовил наша EA Sports. Это первое, это разминка, монеты, упражнения и герои команды. Но самое основное — это тренировочное поле. После того, как мы проходим через наше упражнение, мы попадаем в тренировочное поле. В этом тренировочном поле мы можем получить набор из звезд. Это 4 игрока золотых, которые стоят от 2000 монет до 40 тысяч монет. Попадаются абсолютно разные игроки, но они бывают частенько дорогие. Я на этих наборах звезд поднимал очень хорошие суммы денег и теперь доволен. Но если мы не сумели накопить 75 тысяч монет с помощью этого тренировочного поля, мы переходим в режим атаки. В режиме атаки мы можем соперничать против игроков абсолютно любых и получать по 370 монет за матч. Это довольно-таки тоже неплохие деньги, но все же их долго надо бы задротить. Но как ни крути, нам нужно же получить 75 тысяч монет. Дальше, что мы делаем? У нас есть еще лига. Мы можем с вами вступить в лигу. Мы вступаем в лигу, и у нас будет турнир здесь проходить. За каждый турнир вы получаете по 3 жетона. Вам нужно набрать 10 жетонов для того, чтобы получить набор лиги. В наборе лиги вы можете получить элитного игрока. У меня знакомый получал даже Нойера в этом наборе. Представьте себе, Нойера 89 рейтинга. Он его продал за 900 тысяч монет. А также можете получить Левандовский и так далее. Но не в этом суть. Вот этих игроков, которые вы получили, вы можете перепродать и приблизиться к нашей цели. Следующее, что у нас есть? Мы заходим в сезон. У нас есть сезон, мы можем выбрать абсолютно любого противника, против которого мы хотим сыграть. Например, даже против английской премьер-лиги, против которой захотите. Практически все лиги есть в этом сезоне. Выбирайте, играйте матч. Этот матч состоит из двух таймов, и за каждый матч вы получаете по 800 монет. Это довольно-таки неплохая сумма. После того, как мы уже набрали наши 75 тысяч монет, мы заходим на рынок. Итак, мы сейчас будем с вами рассматривать фильтры. Самое первое, что мы делаем? Мы выбираем рейтинг от 81 рейтинга. Цену назначаем 75 тысяч монет. Значит, нужно это сохранить дело. И теперь выбираем позицию. Позиция — это самое главное у нас. Мы выбираем страйкера. CK. И нажимаем поиск. И мы так будем минут где-то 5, 7, 10. Классить, пока нам не попадется хороший игрок, мы его сразу же покупаем и ставим на перепродажу. Следующее, что делать? То нажимаем 82, делаем цену 105 тысяч монет и делаем поиск. Мы ничего не меняем, кроме цены и рейтинга. Делаем поиск, и Джонас есть. Мы Джонаса не покупаем, потому что он стоит 115-20 тысяч монет. Мы ищем более дорогих игроков, таких как Бакана, Диего Коса. Ну так, что мы следующее делаем? Следующее — это 84 рейтинг. Мы когда уже нас задротили, у нас уже дохерища монет, мы делаем 200 тысяч монет, до 200 тысяч монет, сохранить и ищем хорошего нападающего. Так, видите, смотрите, у нас находится Мурата здесь. Мурата стоит 180 тысяч. Мы на нем можем заработать 45 тысяч монет. Вот смотрите, давайте я вам покажу. Следующий Мурата сколько стоит? 225 тысяч делаем. И мы с вами сейчас посмотрим. Мурат один за 180 и второй за 225 тысяч монет. Мы можем с легкостью купить за 225 тысяч монет и быть в плюсе на 45 тысяч монет на одном Мурате. Всем спасибо большое за просмотр. Если вам понравился этот выпуск, поставили большой лайк, подписались на мой канал. Всем пока, до скорых встреч. С вами был Влад Капуста.